Такое впечатление, что вот после дождя они просто вылазят на глазах. И если бы мы сразу сюда попали, наверное... Вот посмотрите, какая у него нога. Ну как же эту всю красоту вот можно оставить в земле? Ну срезали бы вот так. А это все. И дело совсем не в жадности или в чем-то еще. Просто гриб – это плодовое тело. Грибницы. Как яблочко. Как вишенка. Как тыква. Вы же ее не оставляете, половину тыквы на грядочке. Вот он, чистый, чистейший. Красавец. Просто грязь. Грязь придется отмыть. Да. Очень красиво. Да.